Всем привет! Сегодня 22 июня. Делаю обзор своего садового участка. А здесь он сам вышел. Посмотрите, какой мощный. Это уши слона. Красиво. Вот такие у нас лимончики в июне месяце. Есть крупные. Есть маленькие. А это у меня здесь участок. Это вот осталось листья салата. Я их оставляю, чтобы они делали семена. И часть семян я собираю. А часть они сами рассыпаются. И потом у нас они весной сами выходят, всходят. Где упала семечко, там они и всходят. Ой, огуречек у нас тут затерялся. Большой. Так, надо аккуратненько его. Сейчас. Здесь у нас перчик чили. Базилик. А здесь у нас местные помидорки. Они вот такого розового цвета. Они могут расти и без воды. Красивые. Очень вкусные. Здесь же у нас есть баклажанчики. Сейчас их буду собирать. Вот. Будем готовить баклажаны. Здесь тоже помидорки. Вот они розовенькие. Они будут красные. А здесь у нас желтые помидоры. Вот. Такие. Ой, розочки красивые. Смотрите, какая розочка. Розовый, розовый. Это у нас тут орегано. Я его срезала прям подчистую. И оно снова растет. Шалфей. Вот такой участочек. Вот такой урожай сегодня собрала. И огурчики нашла, и паперчик, и помидорки, и баклажаны. Идем готовить. Это грейпфрукты. Вот такие они в июне. Опять тут 4 сразу. Классно. У нас здесь чай. Это лимонит. Это золотой ус. Каланхоя. Мята. Орегано. Это здесь петрушка пошла в семена. Это у нас тут тимьян. Здесь тоже все это листья салата.
И они все делают семена сейчас. Скоро буду собирать. Оно алоэ вера. Это у нас еще одно дерево лимон. Это немного другой сорт. А это апельсинчики. Вот такие они у нас в июне месяце. Маленькие. Это чай. Это у нас помелы. Вот какие они. Лимончики. А это цветет плумерия. Вот такие цветочки, они очень хорошо пахнут. Это Луиза. Полынь. Полыни у нас много, Луизы тоже. Много-много. Мяты. Мята. Это мелисса. Мята начала цвести уже, будут семена. Здесь у нас помидорки сами выросли. Такой участочек. Это шалфей. Много мяты. А это у нас дерево шисака. Видно, выросло из семечка. Видно, упало. Птички, наверное, бросили. Это китайский лимон. Они только цветут. Это китайский мандаринчик. Это ясмин. Ай, как пахнут. Очень хорошо пахнет. Это наша клубничка в бочке. Здесь тоже ясмин. Другой сорт, тоже с запахом. Приятно пахнет. Такой цветок у нас. Розочки отцвели, но будут еще цвести. Гладиолус. Красивый. Наши гномики. Здесь тут манжетки. А это дерево китайский мандарин. Вот они только-только отцвели. Вот маленькие-маленькие есть мандаринчики. Ох. Вот только отцвели. Наш фонтанчик. Это дерево моринги. Цветочки. Это тоже дерево моринги. Клубничка цветет. Кошечка наша. Такой виноград. Мы поставили мешки с
Петрушка семена делает. Клубничка наша. Я здесь поставила такую занавесочку, чтобы охранять от мух, от птичек. Вот тут клубничка. Это, во-первых, охраняет нас и от мух, чтобы не было. И она очень хорошо растет под этой занавеской. Вот такая у нас клубничка. Вот. Это у нас укропчик. Тоже скоро буду собирать семена. Наш банан. Вот его маленький бананчик вырос. А вот еще один. Ой, я даже не видела. Надо же. Здесь у нас базилика много. А здесь у нас кабачки. Вот они цветут. Вот есть кабачок. А вот это, да, забыли сорвать. Кабачок большой. Наши розочки. Вот. Еще один кабачок появился. Вот. Это базилик. Это у нас бамья. Вот она. Ой, как я вроде собирала сегодня. Забыла один сорвать. Вот они, такие коробочки. Здесь тоже много-много базилик. Он сам вышел. Вот семена рассыпаются, и оно выходит само. Здесь у нас помидорка сама вышла. А внизу у нас помидоры шире. Много-много. Вот такие кабочки. Здесь помидорки я собрала урожай. Немножко осталось. Сегодня показываю вам свой помидорный рай. Вот такие у нас помидорки. Сейчас буду собирать их. Да. Здесь у нас шире тоже много. Такой у нас июнь месяц. А здесь посадила заново огурцы, чтобы были попозже. Вот такая у нас красота.
Это местные помидоры. Они вот такие, как будто розоватые. Вот. Много еще и зеленых помидор. Вот они прячутся. Здесь огурцы, только что-то не слабо у нас идут. Это ли лимонит чай? Здесь у нас местные помидорки, вот они, розовые. Вот. Вот такие вот помидорки. Здесь у меня сельдерей тоже будет делать семена. Тоже соберем свои семена. Огурчики. А здесь у нас виноград, который привезли из Молдавии. Вот такой сейчас я покажу. Вот он. Вот такой вот особенный сорт. Он хорошо растет у нас. Здесь поставила занавеску. А здесь мешки из сетки. Иначе не видать нам винограда. Птички все скушают. В прошлом году больше половины съели. Хотя они могут и через пакетик кушать. Умудряются. Вот такой виноград. Такая у нас красота. Зелень. Небо красивое сегодня. Точка быстро идет.